Кхапи Шачипутрам Атра Сурупам Рупам Тасягражамурипурим Матурим Гостуатим Радха Кундама Гиривараам О Радхика Омарвасам Рабто Яса Патита Крипая Шри Гуру Там Натус Гураве Гаура Чандрая Радхикай Тадали Кришная Кришна Бхактай Тад Бхактая Намо Нама Ананда Лила Майя Викрахай Хейма Бадивьяцчави Сундрая Тасмай Маха Према Расапрадая Читанья Чандрая Намо Намасти Читанья Чандрая Намо Намасти Читанья Чандрая Намо Бхакья Вина Радха Лакшми Читас Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Hey Krishna Hey Yadava Hey Saketi Govinda Damodara Madhaviti Шам Сундар Шиканда Шикар Смехас Мурли Манара Радика Расикам Мама Крипа Нидхи Соприя Чарна Кинг Курим Куру Тавай Васми Тавай Васми Наживами Твоя Вина Ити Викяя Деви Там Намам Чарна First of all, I offer my Sastanga Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradha Tama Guru Pada Padma, Nitya Lila Paravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Sata Shishimad Rupanuga Acharivarya, Сила Бхакти Веданта Нараян Госвами Махарадж. Лишь для сего я предлагаю свой шаштан Дандават Пушпанджали, свое сердце, как цветы тысячи и тысячи раз от наступ моего дорогого Шила Гурудева, Нитилил Прочтом, Снупата, Штатра Шашишимат, Дупанугачарива, Лишил Бхактинат Нараян Госвами Махарадж. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Также я предлагаю свои бесчисленные поклоны своему Парам Гурудеву, Шрилу Прабхупаде и всей нашей Рупануга Гуру Варге. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Наконец, я предлагаю свои поклоны всем собравшимся здесь Вайшнавам и Вайшнаве. Путитранам Павани Пио Вайшнаве Пио Намо Нама. Хариво! By the causes mercy of Sri Guru and Gauranga, we have the great fortune, the opportunity to hear the glories of Sri Giriraj Govardhan. По беспричине милости Шри Гуру и Гауранги, у нас есть возможность слушать о славе Шри Говардхана. So a question comes. Sri Krishna has lifted
Гириадж Говардхан, for 7 days and 7 nights. Возникает вопрос. Шри Кришна держал на мизинце левой руки Говардхан 7 дней и 7 ночей. Actually, he could have humiliated Indra, defeated the pride of Indra in only one day. Why did he take 7 days to do this? На самом деле он мог уничтожить гордыню Индры за один день. Зачем ему понадобилось держать холм 7 дней? The reason is this, that during these 7 days, Nanda Maharaj was taking shelter of so many different personalities. Причина следующая. В течение этих 7 дней Нанда Махарадж принимал прибежище у совершенно различных личностей. And so the problems that came to Brajamandal, they did not abate. И тем не менее никакие, ну, все эти проблемы так и не уходили. Just like the example of Draupadi, Panchali. Например, история о Драупаде, или ее еще зовут Панчали. When Dushasan was trying to tear off her cloth and disrobe her in the court of the Kauravas. Когда Душашана пытался раздеть Драупаде в собрании Кауравов, she had so many Anya Ashray. That means Anya Ashray, other shelters. Она принимала столько много различных Анья Ашрая. Анья Ашрая означает других прибежищ. At first she looked towards Yudhishthira Maharaj, Arjun, Bhimsen, Nakul and Sahadev, her husbands. Oh, please help me. Сначала она приняла прибежище у своих мужей Юдхиштхиры, Бхимы, Арджуны, Накулы и Сахадевы. But they looked down. Но они опустили головы. She looked towards Дроначарья. Она посмотрела на Дроначарью. He also looked down. И он также опустил голову. She looked towards Bhishma Pitamaha. He also looked down. И Бишма также опустил голову. Finally, she was holding onto the cloth with her teeth. В конце концов, она схватила свою одежду зубами. So still, see, Krishna did not come and help. Но Кришна так и не пришел на помощь. Only when she became Ananyasrita. That means not Anya Ashrit in shelter of someone else, but Ananyasrita. Not in the shelter of anyone except for Krishna. Только когда она приняла прибежище исключительно у Кришны и отбросила все остальные Анья Ашрай, другие прибежища. Then she let go completely and surrendered. Она просто сделала руки в воздух и предалась Господу. Hey, Govinda! Hey, Govinda! And at once, see, Krishna appeared there in his sari incarnation, Vastra avatar. И немедленно Кришна явился в облике Vastra аватары, инкарнации в облике сари. And as Krishna is unlimited, this sari was also unlimited. So Dushasana was pulling and pulling. И поскольку Кришна, он there was no end. Не имеет границ, эта сари также не имела границ. И Душашана безуспешно пытался раздеть Драупади. And Драупади was saved. Таким образом, Драупади была спасена. So Krishna, he has come to this world and he has lifted Govardhan Hill to invite everyone. Be in my shelter. И Кришна, появившись в этом мире и явив эту лилу поднятия Говардхана, он провозглашает: «Отбросьте все остальные прибежища, примите прибежище у меня». Sarva dharman pratyaja mame kam sharanam braja. Abandon all dharmas of the body and the mind and completely take shelter of me and only me, not others. Отбросьте все дармы, относящиеся к уму и телу, и примите исключительное прибежище во мне. So, taking shelter of others is not only in the physical sense. Что касается принятия прибежища где-либо еще, это не касается только физических моментов. That means who will, how will you get a shelter, where will you live, what will you eat, where you get money from. Это не касается только материальных объектов, то есть еда, дом и так далее. It also includes the mind. Это также означает сознание. When our mind is not thinking of Sri Krishna, then our mind is taking shelter of Anya Vilas.
The Anyavilas becomes our Anyasray. И когда our shelter. Ум думает о чем-то, кроме Кришны, то это и есть Анья Абилаш, то есть принятие прибежища в каких-то посторонних предметах. So to not keep the mind of Krishna's lotus feet and make your mind take shelter of other subjects due to worldly desires. This is the Anya Shray. In fact, this is Pap. Это и есть Анья Шрай, принимать мыслями прибежище в каких-то посторонних объектах. На самом деле это можно назвать грехом. In the general sense, there is pap and punya, piety and sins. But from the absolute sense, thinking of anything other than the lotus feet of Krishna is all pap. В нашей мире дуальности существует общее понимание пуни и греха, то есть благочестивой деятельности и греховной, но с ракурса абсолютной истины. С абсолютной реальности. Когда мы думаем о чем бы то ни было, кроме Кришны, это все грех. So, in Braj, when the heavy rain came, и когда полился дождь во Врадже, then Nanda Maharaj was thinking, oh, what did I do? I listened to the talkative boy. Нанда Махарадж подумал, что же я наделал, послушав своего маленького болтуна. And now Indra is going to flood and destroy all Braja. Теперь Индра затопит наш Врадж. He called Yashoda and Rohini. Нанда Махарадж призвал Яшоду и Рохини. He said, take Krishna and Balaram and take them out of Braja. Заберите детей и увезите их из Враджа. Возьмите Кришну и Баларама и покиньте Врадж немедленно. I will stay here. I may die, but Krishna and Balaram should be safe. Я останусь тут со всеми, пусть лучше я погибну, но я буду знать, что мои сыновья в безопасности. If other Brajabasis they want to go with you, they can also go. Only those who are strong and ready to face death should remain here with me. Пусть все, кто хотят покинуть Врадж, отправляются с вами. Только самые сильные, мужественные останутся позади. But see, Krishna told everyone, "Don't be in anxiety. Гирирадж will save us." Кришна стал говорить всем, не волнуйтесь, Гирирадж защитит нас. And he brought everyone to Govardhan, and Krishna lifted Govardhan, and all Brajbasis took shelter beneath the Govardhan. Кришна собрал всех у Говардхана, поднял сам холм, и все смогли спрятаться под покровительством Говардхана. But Nanda Maharaj, being a position of responsibility for the whole community. Но так как Нанда Махарадж чувствовал на себе ответственность за всю общину, за безопасность всех. He was not convinced that they would be saved. Он не был убежден, что там они будут в безопасности. So on the first day that they were under Govardhan Hill, then Nanda Maharaj was thinking, oh, why did I take all the things that were for Indra and give to Govardhan? This was a foolish policy. Нанда Махарадж продолжал сетовать, что он взял все ингредиенты, предназначенные для пуджи Индры, и использовал их на служение Говардхану. Он думал, это было очень опрометчиво и глупо с моей стороны. The only way to avert disaster is to pacify Indra. Единственный способ спастись из этой опасности – это все-таки успокоить Индру. So then Nanda Maharaj, he went to a lonely place and he was praying. И он спрятался в уединенном месте и стал молиться. And he was reciting the famous prayer, 46 names of Indra. 46 известная молитва, состоящая из 46 имен Индры. Индраха, Сурапатихи, Шакро, Дитиджаха, Паванаграджаха. And all day he was praying to Indra. Целый день там он прятался где-то в уголке и молился Индре. At the end of the day, Krishna came, and Krishna was thinking, oh, "What is this?" Кришна, узнав об этом, думал, что за безобразие. I came into this world to teach the world. Ananyas chintayantum mam ye jana paryapasute. Everyone should be one-pointed to me. Я пришел в этот мир призвать людей стать однонаправленно преданными мне одному. And not take shelter of other devas and devis. И не искать прибежище у полубогов и богинь. And now my own father, what is he doing? А мой собственный отец такой саботаж устроил. He's serving the mission of all those who do deva and devi puja and those are the upasakas of the Navagrahas and the Nakshatras. Он следует примеру этих тех, кто поклоняется полубогам и всем этим Наваграхам, планетам и так далее. So Krishna came to him. Oh, Pitasri,
Кришна подошел к папе и сказал: «Папа, there's no need to worship Indra. Зачем ты поклоняешься Индре? В этом нет никакой необходимости». What kind of person, what kind of character is it? Even one day you don't worship him, and he becomes so ferocious, he tries to kill you all. Зачем такой гадкой личности поклоняться? Один день ты его не уважил, он готов тебя просто растерзать и убить. What mercy do you want from such a person? Зачем ты ждешь милости от такого? So then, at the end of the first day, the rain was still falling even after 46 names of Indra reciting many, many times. So Nanda Maharaj became hopeless with taking shelter of Indra and the Devas. К концу первого дня ливень продолжал идти, и несмотря на то, что Нанда Махарадж усердно повторял эту молитву имен Индры, он уже отчаялся. So then on the second day, на следующий день, Nanda Maharaj thought, the rishis always act for the benefit of society. Нанда Махарадж подумал: риши всегда благоволят обществу, все делают на благо человечества. And he began to pray to the rishis. И стал молиться риши, мудрецам. Агастья. Агастья риши. Вишвамитра. Вишвамитра. Вашишта. Вашишти. All the Сапта rishis and others. Семи известным самым. All day he was praying, and then he saw it was still raining. Целый день он молился мудрецам, посмотрел под вечер, дождь продолжал идти. And at the end of the second day he became hopeless and gave up hope in the rishis. Он снова отчаялся уже, что понял, что помощи от риши ему не ждать. Then he was thinking, if one wants success in life, he has to get the blessings of the elderly persons in the family. Потом он подумал, что все благополучие в жизни зависит от благословений старших в семье. So he was going to all the old persons in the family, like a Pajanya Maharaj, Krishna's grandfather. Стал обходить всех старших, там дедушку Кришны, Паджанью Махараджа. He's the paternal grandfather, and the maternal grandfather, Сумака Гоп. Сука Гоп — это по маме дедушка, а Парджанья Махарадж — это отец Нанды Махарадж. And Патала Деви. И Паталу Деви. So he was going and bowing down and touching the feet and trying to get the blessings of all the elders. Пошел тогда обходить всех старших, трогал их стопы, молился им, пытаясь получить их благословение. At the end of the third day, he saw it was still raining. К концу третьего дня он понял, что дождь продолжает лить. And he became hopeless. И он снова разочаровался. Then on the fourth day, he called all the men. He said, "My boy has been holding this hill now for more than 3 days. We should help him." И он сказал: "Слушайте, сын уже 3 дня держит этот тяжелый холм, ему же надо помочь." Everyone, take your sticks. Возьмите свои палицы там. So they held up their sticks, but after a few hours they were getting tired. Все мужчины подняли палки и стали подпирать холм, но через несколько часов все устали. Krishna just moved his finger a little bit and oh. Кришна чуть-чуть подвинул мизинцем, холм стал опускаться, все перепугались, что он проседает на их головы. So then he gave up faith in the help of society. Ананда Махарадж отчаялся уже ждать помощи даже от общины собственной. And it was still raining. И дождь продолжал идти. Then the fifth day came. Наступил пятый день. Then Nanda Maharaj said, "Whatever we have in this world, it has come to us, and we have to show gratitude to our ancestors, the Pitris." Он припомнил предков. Он подумал: да все, что мы получили в этой жизни, это все благодаря усердиям наших предков. Надо помолиться им. So then, on the fifth day, he began to do Pitri Puja. И на пятый день он стал молиться своему роду. But after worshipping the Pitris for the whole day, he saw it was still raining. Промолился целый день предкам, взглянул на улицу, там льет дождь. So Nanda Baba, he gave up hope in that also. Он разочаровался и потерял надежду получить помощь от предков. Then on the sixth day, на шестой день, his mind took shelter of the Lokalajja. Его ум принял прибежище у Локаладжи. And he was completely absorbing, what must everyone be thinking about me? И он стал думать: а что обо мне все сейчас думают? It is my fault I listened to Krishna. Он думал: наверное, все меня обвинят в том, что я послушал своего сына. I am responsible for this. Я втянул их в эту катастрофу. And now all Brajmandal has been flooded and everyone's lives are in danger, and it's all because of me.
То есть он волновался об общественном мнении, думал, сейчас всю нашу общину затопит, всю нашу, всю эту местность, мы все потеряем, это все из-за меня происходит. I must go down in history as the worst king ever in the history of my dynasty. Alas, alas. В будущем меня будут все порицать как самого худшего царя истории. Какой ужас! And in this way his mind was taking shelter of his own reputation. То есть вот его ум волновался о собственной репутации. After full day thinking in this way, целый день он так переживал. He thought, "There's no use lamenting about this." Там думал, ну поздно уже об этом сокрушаться, какой толк от этого? I have to find a solution. Я должен найти решение этой проблеме. And the whole day he was thinking, "What can I do? What can I do?" Целый день он думал, что я могу предпринять, чтобы решить эту проблему. So on the seventh day, he took shelter of the power of his own body and mind. На седьмой день он положился на силу собственного ума и тела, so на собственные способности. These are seven anyashray. И вот это семь анияшраев. And the conditioned souls, at one time or another, they're always taking shelter of things other than Krishna. В течение жизни душа принимает прибежище у одного из этих ашраев. At the end of the seventh day, Nanda Maharaj suddenly had a flash of inspiration. К концу седьмого дня вдруг Нанда Махарадж прозрел. Seeing Krishna very sweet and beautiful and smiling. Увидев, посмотрев на своего улыбающегося сына, he realized only Krishna can save us. Он подумал, да только Кришна может нас спасти. For seven days and nights he's been peacefully and joyfully protecting us all. Not one drop of the rain of Indra has touched us, and everyone is healthy and happy. Целые семь дней он стоит так, умиротворенно улыбается, очень спокойный, и ни капля дождя не упала ни на кого из нас. Then his mind just became absorbed. О, Кришна! Его ум успокоился, перестал думать о всем остальном и думал только о Кришне. And as soon as he thought in this way, he looked and he saw the rain stopped. И как только он так стал думать о сыне, он взглянул на улицу и заметил, что дождь перестал идти. So you will see also in your life. Вы заметите на своем личном опыте, в своих жизнях. That many problems and difficulties are there. Что в жизни множество трудностей и проблем у каждого. And you feel great anxiety. Если вы будете всеми волноваться. Why? Почему вы волнуетесь? Only anyashray. Из-за того, что анияшрай у вас. And when you become an anyashray, having no shelter but the lotus feet of Krishna, then you will see. Atma nivedana tu apade kori hainu parama sukhi dukha dure gelo chintana rohilo charke anand dekhi atma nivedana tu apade kori hainu parama Dukadure gelo, chintana rohilo, charke anand dekhi. Atmanivedan, tuya padakori, hoinu paramasukhi. Oh, Sri Krishna, since I surrendered my heart fully to you. И когда вы перестанете ждать помощи от других, полагаться на кого бы то ни было или что бы то ни было, и примете полное прибежище у Шри Кришны, вы поймете следующее, что Кришна, с тех пор, как я предался тебе полностью, I have become completely blissful. Я испытываю постоянную радость. О, Кришна, nothing is mine, everything is yours, even my own Atma, my soul, myself is also yours. Теперь я прекрасно понимаю, что мне ничто не принадлежит. Все принадлежит тебе, Кришна. Даже моя душа, она твоя, а не моя. Everyone exists only for your happiness. Все существуют исключительно ради твоего удовольствия. And all things are the paraphernalia for your seva. И все в этом творении это парафиналии для служения тебе, Кришна. Since I have realized this, then all my worries have gone far away, and every direction I look, I see only joy everywhere. И с тех пор, как я осознал это, меня покинули все беспокойства и тревоги, и повсюду я вижу лишь радость. So Nanda Maharaj, by this pastime, has taught us the essence of surrender. И вот этой лилой Нанда Махарадж преподносит нам урок о самопредании.
First he took shelter of the devas, then the rishis. Сначала он принял прибежище и искал помощи у полубогов, потом у мудрецов. His family members, society and the pitris. Родственников, общества, предков. So Srimad Bhagavatam says, Devashi Bhutaptan Rinam Pitrinam Nakinkaro Nayam Rinicha Rajan Sarvatmanaya Sarnam Sharanyam Gato Mukundam Pariritya Kartam. A person who has surrendered to Sri Krishna has no responsibility or no indebtedness to the devas, the demigods, to the rishis, to society, to the king, to other living entities or anyone. Шримад Бхагаватам гласит, что человек, который предался Кришне, он уже не имеет никаких долгов перед деватами, перед мудрецами, перед обществом, перед другими живыми существами, перед правительством, ни перед кем. Он уже полностью освобожден от всех своих обязанностей и долгов. Everyone who has taken birth is born in debt. Каждый, кто рождается, он уже рождается в долгу. You are in debt to the parents for giving you the human body. Потому что вы в неоплатном долгу перед родителями. Они дали вам возможность родиться. You are in debt to the rishis, those who have made the system of education so that you can become educated. Вы в долгу перед мудрецами, которые оставили вам наследие знаний, благодаря которым вы получаете образование. You are indebted to the animals. The cows have given milk, and the bees worked very hard to make honey. Вы в долгу перед животными, потому что коровы дают вам молоко, пчелы трудятся очень тяжко, чтобы дать вам мед. To make one drop of honey, a bee has to fly thousands of miles. Сколько километров пчела должна пролететь, чтобы собрать капельку, грамулечку меда? You are indebted to the king for maintaining law and order in society so that you can live peacefully without the disturbance of thieves and dacoits. Долгу перед правительством, потому что они поддерживают порядок и закон, чтобы вы живете в безопасности. You are indebted to the forefathers who have made civilization and handed this down through cultural continuity. Вы в долгу перед своими предками, перед родом, которые построили эту цивилизацию, в которой вы родились. So if you don't do yagya, then you are a thief, because you're taking all the hard work of others. Поэтому если вы не совершаете яги, по факту вы являетесь вором, потому что вы паразитируете на других уже. But if someone has surrendered to see Krishna, но те, кто предаются полностью Кришне, then they have no debt to anyone. Они освобождаются от всех долгов перед всеми. To have strong faith in this is called Shraddha, and that is the eligibility to engage in bhakti yoga. И вера в это называется Шраддхой, которая сама по себе является квалификацией для того, чтобы практиковать бхакти йогу. Шрадда шабде вишваш кохе судрида нишчай Кришна бхакти кайли сарвакама критахой. Шрадда or faith means the unflinching conviction that simply by serving Krishna I have discharged all other responsibilities. Шрадха — это нерушимая вера в том, что предавшись Кришне, я исполнил все свои предписанные долги и обязательства. Why? Because it's true that the devas are supplying the necessities of life to the human beings. Почему это так? Потому что да, это правда, что деваты поставляют все необходимое живым существам для жизни. But whatever the devas are giving you, Krishna gave to them. Но это не их собственное. Все, что они дают нам и всему миру, это они получают от Кришны. Whatever the rishis are giving, Krishna gave to them. То, что знание, которое, мудрость, которую мы получаем от риши, они получили от Кришны. Whatever the king, the society members, the family members, everything they are giving, it all came from Krishna originally. So if a person surrenders to Krishna, he doesn't have to be concerned with the individual, the portions of his collective debt. И то есть и то, что мы получаем от правительства, от общественности, социума, от рода нашего, это все они получили от Кришны. Поэтому если мы служим Кришне, мы исчерпываем все вот эти мелкие долги. Because Krishna has made a vow to protect always and take care of his devotees. Потому что Кришна поклялся, что он всегда будет покровительствовать и опекать своих преданных. Tasman matcharnam goshtam mannatam matparigraham gopaye swatma yogena soyam te bratahita. Krishna thought, I have made a vow to protect my devotees, those who are my family members and are fully dedicated to me. Krishna подумал, я же обещал
защищать всех своих близких, всех своих преданных, своих родственников. And it's not a difficulty for Krishna. In fact, Krishna gets pleasure supporting and taking care of his devotees. И Кришне совершенно не трудно заботиться о своих преданных. Ему это доставляет на самом деле огромное удовольствие опекать своих любимых преданных. So this morning we heard how after 7 days Indra told the wind gods, the lightning gods, the rain gods, the clouds, oh, now you should stop inundating Braja, and all the Gandharvas, Apsaras, Kiranas, Charanas, Siddhas, others, they should go and glorify Krishna. Мы слышали утром, как Индра повелел своим молниям, ветрам, дождям прекратить заливать Брадж и сказал всем полубогам, там, Чаранам, Гандарвам, Сидам, идите, поздравляйте Кришну, осыпайте его цветами. And we heard how Brijbasis returned to their homes. Мы слышали о том, как Враджабаси вернулись в свои дома. On the 10th day, there was a meeting in the parliament of Nanda Maharaj. Мы слышали, как на 10-й день состоялось собрание в ассамблее Нанды Махараджа. When the Brijbasis, they had some doubt of whether Krishna was a normal boy or not. Когда старшие пастухи выражали свои сомнения по поводу нормальности Кришны, насколько он обычный. And Nanda Maharaj, with very good arguments and logic and realization, established the truth that Krishna is my son, he is not God. Nanda Maharaj аргументами и мудрыми всякими изречениями доказал им истину, что это обычный ребенок, мой сын, он не Бог. Everyone became peaceful again. Все умиротворились. Then on the Ekadasi, Indra came with Surabhi to beg forgiveness from Sri Krishna. Потом мы слышали, как на Экадаши Индра вместе с Сурабхи пришел попросить у Кришны прощения. And Sri Krishna very mercifully forgave him. И Кришна милосердно простил его. And then all the devatas did the abhishek of Sri Krishna. They crowned him. It was the coronation ceremony that Krishna becomes Gavendra. И затем деваты провели абишеку и коронацию. Они короновали Кришну Гавендрой. So, Gav means cows, and Indra means king. So, Gavendra means the king of the cows. Gav — это коровы, Индра — это царь, то есть повелитель коров, царь коров. So one may think this is not a very prestigious title for the devatas to give to Sri Krishna. Но кто-то может подумать, это не очень престижный титул деваты присвоили Кришне, он царь коров. But it's understood that all the devatas, the demigods, live in the different limbs of the cow. So Gavendra or Govinda means lord of the cows, includes that he is the lord of, he is Deva Adi Dev, the lord of all the gods. Но на самом деле это очень возвышенный титул для девот, потому что считается, что все девоты, миллионы девот живут в разных частях тела коровы. Поэтому если кто-то является царем коров, то он уже по факту Дев Ади Дев, то есть повелитель всех девот. So the devatas smeared Krishna's body in fragrant oil. Перед абишекой девоты умастили тело Кришны ароматными маслами. And all the great demigods from all over the universe, all the great rishis, all the great chaste ladies, all great devotees, Dhruvala Maharaj came from Dhruvalok, Prahlad Maharaj came from Sutalok, Bali Maharaj came. И все деваты, все мудрецы, все благочестивые женщины этой вселенной, даже Друва пришел с Друва-Локи, и Прохлад Махарадж, Бали Махарадж, Сутала пришли. And Surabhi did snan of Krishna with her milk. Сурабхи омыла Кришну своим молоком. Indra did snan of Krishna with the water of the Suraduni, the Ganga from heaven. Индра омывал Кришну водами райской Ганги. And Brahma and Shiva and others all had the chance to bathe Sri Krishna. Брама, Шива и другие деваты имели возможность омывать Кришну. Then they offered arti. Ему провели арати после этого. And they gave many gifts to Sri Krishna. Подарили очень много подарков. The sun god gave beautiful necklace and earrings. Бог Солнца подарил ему ожерелье и серьги. Indra gave umbrella. Индра подарил зонтик. Lord Shiva gave a flute that he had made with his own hands. Господь Шива подарил Кришне флейту, которую он смастерил своими руками. So of all the gifts, Krishna was not so impressed with all the gold and jewels, but flute. Oh, that could come in useful. То есть никакие подарки особо не впечатляли Кришну до тех пор, пока он не увидел эту флейту. Он подумал, это мне пригодится.
So when the devotees finished their puja, they were flying away in the sky. Когда девоты завершили пуджу, они взмыли в небеса и стали улетать. And then from far away, the coward boys, oh, Krishna's over there. Come on, let's go. Издалека мальчики разыскали Кришну, и увидев его, они подбежали к нему. And they all surrounded Krishna. Окружили Кришну. And interrogated him, what were you doing? Стали допрашивать, чем ты тут занимался? Who was that person with four heads? Кто этот был четырехголовый дядечка с тобой? And sniffing him, what are you wearing? Уловив аромат масла, мальчики стали принюхиваться к Кришне. And Krishna was very embarrassed. Что это на тебе? Кришна был, он смеялся и радовался. Then the coward boys began to imitate the arati of the devotees. Затем мальчики стали имитировать арати, которую проводили девоты. And all were laughing and joking together. И вместе смеялись и шутили. And the demigods in the sky turned round and looked back, being overwhelmed with praise. И полубоги, смыв небеса, они остановились, повернулись и посмотрели на Кришну и мальчиков. It was a very profound moment. В это мгновение они испытали нечто глубокое. Because the demigods of heaven were seeing these coward boys and how playing with Krishna, they completely pleased Krishna in such a way that he was not at all feeling during the when they offered arati. Krishna was just sitting waiting for it to be over. Они заметили контраст, как себя вел Кришна, когда они проводили ему арати, и как радостно он себя вел, общаясь со своими друзьями. То есть они прочувствовали вот эти наравадлилы, мадурью враджа. But they were struck with wonder, how glorious are the associates of Krishna. И они были впечатлены вот этим осознанием возвышенности всех спутников Кришны. Aho bhagyam, nanda gopa brajokasam, yan mitram paramanandam purna brahma sanatanam. How fortunate is Nanda Maharaj, Yashoda, and all the residents of Braja. Они думали, как же удачливы Нанда Махарадж, Яшода и все жители Браджа. Because Yanamitam Paramanandam Purna Brahma Sanatanam. Purna Brahma, the supreme absolute truth, the embodiment of all bliss, has become their family member and dear friend. Purna Brahma, Верховный Господь, воплощение абсолютной истины, Он живет среди них, как их друг, как родственник. So then, the demigods perceived that there was all happiness in the universe. И затем девоты заметили, что вся вселенная наполнилась радостью. This is the result of worshipping a great personality. Это результат brings benefit to everyone. Того, что поклоняются великой личности. Когда мы почитаем великую личность, все получают, весь мир получает от этого блага. So then, see, Krishna saw the sun was about to set. He said to the boys, "Let's go." Кришна заметил, что солнце скоро начнет садиться, и сказал мальчикам: "Пора возвращаться домой." He gave some of his ornaments to some of the boys and picked up paraphernalia, and the boys took the chamaras from the trees and the umbrella that the demigods had left behind. Кришна поделился своими украшениями с друзьями и раздал все подарки, которые он получил от девот. Мальчики взяли, прихватили с собой все эти чабары, and, все эти кувшины драгоценные. And singing and dancing with their new decorations, the boys were playing and coming back to the village. И с пением и плясками они двинулись обратно домой. Oh, during the day, Brijbasis feel so much separation from Sri Krishna. So when they see Goduli, the dust raised by the hooves of the cows, they all come out of the gate of the village to receive Krishna when he returns. Весь день напролет Браджабаси мучаются в разлуке с Кришной, когда они наконец-то видят на горизонте Гоудули, эти облака пыли, которые вздымают копыта коров, то все испытывают радость и выбегают на улицу приветствовать Кришну. But today was different. Но сегодня все было иначе. Usually the boys are decorated with flowers and leaves and berries. Обычно мальчики наряжены в цветочные гирлянды, в какие-то перышки, там гунжа, серьги. And the garik dhatu. Garik dhatu, минеральные краски. Some minerals from the stones of Giriraj Govardhan. Они разводят минеральные краски на Говардане и расписывают друг друга. But today the boys are decorated in big necklaces and bangles and earrings from heaven. Но сегодня все дети были одеты в какие-то вычурные драгоценные украшения, там серьги, ожерелья, огромные браслеты. They have big golden jeweled deeps. В руках у них были огромные такие золотые лампады, украшенные стразами. And huge jewel chamaras. Огромные чамары. And umbrella. Зонт какой-то. And the parents are thinking,
Родители смотрели с недоумением. Where did our children? They've been playing in the forest. Where did they get all this priceless, otherworldly jewelry and paraphernalia from? Подумали, где они отрыли этот клад? Они были в лесу целый день. Откуда это все? So then, Nanda Maharaj was looking. Where is Krishna? Нанда Махараджа искал в толпе Кришну, в толпе. He was hiding at the back. Кришна прятался сзади, за мальчиками. So Balaram pushed him to the front. Баларам подбежал к нему, стал выпихивать его вперед. And Nanda Maharaj said to Krishna, Satyam Bada. Папа сказал, Satyam Bada, говори правду. Implying, I want you to tell me what happened, but you have to tell me the truth. То есть, рассказывай, что случилось, но рассказывай правдиво. See, Krishna was embarrassed. Кришне было не по себе. Shridham came forward with a big chamara like this. He said, I think that this speaks for itself. Shridham, на вынутых руках держал огромную чамару, подошел к Нанде Махараджу и сказал, вот это говорит само о себе. The elderly men were looking at it and they were struck with wonder. Мужчины с удивлением рассматривали эту чамару. What happened? Что случилось? Some boy said I was far away, I didn't see. Мальчики говорят, да мы толком ничего не видели, мы были далеко. Madhu Mangal pushed his way through. I saw everything, I'll tell you. Madhu Mangal, пробираясь через толпу, распихал всех локтями, вышел вперед, сказал, я все видел, я сейчас вам расскажу. You see, first of all, there was this cow. Знаете, что произошло? Вначале появилась корова. And the cow was talking. Говорящая корова. And she was with this other person with 1,000 eyes. Она была с одним дядечкой, у которого было 1,000 глаз. And he was giving pranam to Krishna. Он стал кланяться Кришне. And then the next thing I knew, someone came with 4 heads. А потом появился 4-головый там еще. And he was with a friend. He was wearing snakes, and he had 5 faces. А у него был друг 5-ликий, и у него на шее висели змеи. So none of the adults were taking Madhu Mangal seriously. Oh yes, yes, okay. Конечно, взрослые стали уже поняли, что от Madhu Mangala толком ничего не скажет, что он опять какую-то чепуху болтает. And as they were standing there, wondering what happened, and looking at this paraphernalia, they all became stunned. И пока они так стояли, рассматривали эти парафиналии, размышляли о том, откуда они могли появиться, все замерли на месте, стали And just стамбу. Then there was Akashvani. И вдруг с небес послышался голос. A voice in the sky. Akashvani. And the devas were singing. Девоты запели. Just as today we did the coronation ceremony of Krishna, that he became Govinda. Подобно тому, как сегодня мы короновали Кришну Говиндой. So now you should do Krishna's coronation ceremony, that he will become Braja Yuvaraj. Вам теперь следует короновать Кришну принцем Браджа. Он будет Браджа Ювараж. So when it's decided who will be the next king, then there's a coronation ceremony for the prince, and that is called the Yuvaraj ceremony. То есть когда решается, кто будет наследовать престол, то вот этого принца коронуют, тогда проходит коронация Ювараджем, следующим царем. So then, all the Brijbasis, they forgot about what happened before. И услышав этот голос, все позабыли о том, что произошло. Only Indra said, the devas have spoken. We should follow it without delay. Indra. Nanda Maharaj said, yes. Nanda Maharaj said, the devas have spoken. We should follow it without delay. Nanda Maharaj сказал, так, вы слышали, что сказали девоты, надо их слушаться и тут же исполнять. So you see, Krishna was in a very sticky situation, but Yoga Maya arranged to get him out of it. То есть Кришна был в такой неловкой ситуации, но Йога Майя быстренько его вызволила. Just like when Madhya Shoda said, have you been eating dirt? Подобно тому, когда мама Ишода допрашивала его, ты кушал грязь? Don't think Krishna showed the universe to Madhya Shoda. Не думайте, что Кришна явил вселенную в своем рту Мамы Ишоды. He just opened his mouth and he was in anxiety. Oh no, now my mother will find out. Кришна был перепуган, что сейчас он откроет рот, и мама увидит там пылюку, которую он подъедал. Now и он, зажмурившись от страха, открыл широко рот. Now I have to face the music. Думал, сейчас мне достанется уже хорошо. So then Krishna's Aishwarya Shakti, who's always looking for a chance to serve, because the Madhurya Shakti is always working in Vrindavan, but Aishwarya Shakti is always looking, when can I do some seva? So when Krishna opened his mouth, the Aishwarya Shakti came, and the Aishwarya Shakti showed the universe to Madhya Shoda to distract her attention.
То есть у Кришны не было никакого намерения являть Айшварию свою маму Яшоды и показывать ей вселенной, но его Айшвария Шакти всегда наготове, потому что у нее мало возможностей служить Кришне во Вриндаване, потому что там всегда Мадурия правит. И тут она подумала, сейчас я могу помочь Кришне, чтобы мама его не наказывала, и она показала вселенной во рту Кришны маме Яшоде. It's called Rasantara. Это Расантара называется. The Ras was flowing this way, and then a diversion comes, and then the Ras goes in another direction. So Madhya Shoda, she was upset, she wanted to give some chastisement to Krishna, but because she saw the universe, then she started praying. Oh, Lord Narayan, please protect my boy. Расантара — это отвлекающий маневр. То есть все шло к тому, что сейчас Кришна получит по попе хорошенько от мамы Яшоды. Но когда Айшвария Шакти показала ей вселенную во рту Кришны, она позабыла обо всем и в страхе за здоровье сына и за его благополучие стала молиться Господу. So Yogamaya does this when Krishna gets into a difficult situation. Sometimes Yogamaya makes a rasantara, changes the mood of everyone by some sudden occurrence. То есть Йогамайя часто так вмешивается, создать отвлекающий маневр Расантару, когда что-то идет не так, она создает новые обстоятельства, чтобы поменять настроение. Sometimes Krishna does it himself. Иногда Кришна сам делает отвлекающие маневры. Once Radharani was upset with Krishna. Однажды Радика сильно обиделась на него. So Krishna came and gave her a garland. Он подошел к ней, одел ей на шею гирлянду. But she would not look at him. Она даже I don't want your garland. Смотреть на него не хотела, говорит, не хочу я твою гирлянду. Then Krishna was sitting. Кришна сел понуро. Ah! I've been bitten by a deadly poisonous five-headed insect. И вдруг завопил дико, меня укусила пятиголовая насекомая ядовитая и отвалился так. And he fainted. И просто упал как без сознания. Then Radharani got up very concerned. Радика перепуганная за него вскочила. Oh, подбежала, нагнулась над ним. Please talk to me. Шамасундра, не оставляй меня. And then Krishna opened his eyes and kissed her. Кришна открыл глаза и поцеловал ее. It was just a rasantara. То есть это была расантара. Sometimes when you're in a tricky situation, then only rasantara is the only way out. Когда уже вы в такой в тупике, расантара это единственный выход. So when Krishna was on the verge of being caught red-handed by all the Brijbasis that he's got. И когда Кришна оказался в такой неловкой ситуации, что казалось, вот сейчас правда, все узнают правду про то, что он бог. Then by Yogamaya he was saved by the technique of Rasantara. То Йогамайя выручила его, используя Расантару. Topic change. То есть тема поменялась. So when Nandamaraj heard the voices in the sky say, Oh, as we have crowned Sri Krishna Govinda, you should do his coronation ceremony to become Yuvaraj. И он услышал голос, что подобно тому, как мы уже короновали Кришну Говиндой, вы должны короновать его принцем Враджа. Then Nandamaraj immediately said, the Devas have spoken. Нанда Махарадж сказал, Деваты пожелали. Call the brahmanas. Мы исполним. Arrange the fire sacrifice. Готовьтесь к яге. Bring all the ingredients for Krishna's abhishek. Соберите ингредиенты для абхишеки. Invite all the relatives. Decorate your homes. Зовите всех родственников, друзей, украшайте свои дома. In this way, the Brijbasis forgot about everything and became busily engaged in preparing for a festival. В преддверии праздника они обо всем позабыли и стали бегать, заниматься делами, готовясь к этому мероприятию. Like you today, everyone busily engaged in preparing for the festival tomorrow. Вы все бегали сегодня, готовясь к завтрашнему празднику. So then it was time for the ceremony. Наступило время коронации. Sri Krishna came and all the seniors of the family surrounded him. Кришна вышел в центр, все родственники самые ближайшие окружили. The brahmanas were chanting mantras. Брахманы воспевали мантры. And offering oblations in the fire. Подливали ги в огонь. And Sri Krishna was bathed in milk. Кришну омыли молоком. The close family members of Krishna were there, and the seniors, but the young gopis of Braja. Radhika, Lalita, Vishakha, Chandravali, Bhadra, Shamala, all there at the back of the crowd. То есть все самые близкие родственники были рядом с Кришной, и там все тетеньки его, но все юные гопи, они стояли далеко от центра.
And they were trying to catch a glimpse of see Krishna through the crowd. И они становились на цыпочки, так переминались ноги на ногу, пытаясь увидеть Кришну там сквозь эту толпу огромную. So the crowd was moving, bustling around here and there, and now and then, sometimes they could see Krishna's head, sometimes half of Krishna, sometimes three quarters of Krishna. То есть в зависимости от того, как двигалась толпа, иногда им удавалось увидеть там часть головы Кришны, может его плечо, что-то, может там туловище его увидеть. And when the gopi caught the eye of Krishna and looked at him. И когда гопи удавалось увидеть глаза Кришны, его взгляд поймать. It was extremely tender and pathetic moment. Это были такие очень трогательные, такие нежные моменты. Why? Почему? Only those who are in gopi's bhav can understand and feel the meaning of this moment. Только те, кто испытывает гопи бхаву или полностью в их анугате, могут сопереживать их чувствам и проникнуться этими чувствами. Because before a young man gets married, what do? The snan, abhishek. Потому что перед свадьбой жениха всегда омывают, проводят абишеку. So though this was the Navayuvraj ceremony, which had been directed by the devatas, the gopis were thinking, oh, the day that Krishna gets married, it will be just like this. At the ceremony of Krishna's marriage. Несмотря на то, что эта коронация была авторизована деватами, но сам ритуал внешне был очень похож на то, что проходит перед свадьбой. И гопи все время думали об этом, что в день свадьбы Кришну тоже будут так омывать, будет обещать. It will be exactly like this. Они знали, что все будет проходить идентично в день его свадьбы. Krishna will be in the middle of the Brahmins and all the village elders and surrounded by so many people, and we'll be at the back. Они понимали, что в день его свадьбы он тоже будет в центре там, рядом со своими родственниками, брахманами, а мы будем стоять за толпой, как всегда. And one very fortunate young woman will be there, and we'll all be left out. Одна самая-самая удачливая девушка будет там с ним, а мы все будем стоять тут позади. But this is not fair. Но это несправедливо. We are beautiful. Мы тоже все красивые. We are born in a very high-class aristocratic families. Мы хорошего сословия, из аристократических семей. We have all qualities and we love Krishna. У нас много достоинств, мы влюблены в Кришну. But Brahma, Vidata, he's never fair. Но провидение, Творец, он несправедлив. Oh, Vidata, Stavana, Kuditjaya. Oh, Brahma, you are never merciful. О, Брахма, ты всегда безжалостен. Jada udikshitam pakshpakritdrisham. We curse you. Мы проклинаем тебя. Actually, a village girl will never give a curse to a demigod, but it's a sign of the intensity of their prem. Никакая разумная деревенская девушка никогда не будет проклинать девата, но тут их эмоции настолько интенсивны, они уже не ведают, что говорят. То есть это выражение силы их любви и силы их отчаяния. Gopis were thinking, Gopya kimachara dayam kushalam smadhinu damodaradana sudam api gopikanam bungte swayam yadapashishya rasam ridinya hrishastu chosru mumachustarabo yatariyaha. Oh, we have taken birth as gopis in very good families. But this piece of bamboo, Krishna's flute, was born in a low caste as a tree. In tree dynasty. Кришну во флейте, они говорят, мы девушки, мы гопи, мы родом из хороших семей местных, а это кусок бамбука вообще. So how come this tree is always staying with Krishna? И как этому куску бамбука так повезло, что он всегда у уст Кришны? We are full of rasa and this bamboo is hollow and dry. Он полый и сухой, а мы полны расы. But still Krishna is always kissing him. А он вечно целует эту флейту. This is the scandalous. Вообще возмутительно и скандально. Дамодарадуру садаммапи гопиканам. The lips of Damodar, see Krishna, should be our property. But this venu, this flute is taking what belongs to us gopis. Это вообще скандальное поведение, потому что губы Дамодара Кришны — это наша собственность. Мы должны целовать эти губы, а эта наглая флейта все забирает весь нектар его уст себе. And the venu is masculine. А на санскрите флейта вообще мужского рода. So masculine should not kiss masculine. То есть мужчинам не положено целоваться. So Braj gopis are very, very worried in that ceremony.
И гопи сильно переживают во время этой коронации. Им просто вот больно. One day will come just like this. Они уже видят в своем уме будущее. Они думают, наступит день. See, Krishna will be getting married. Кришна будет жениться. And we will be at the back. А мы будем стоять тут опять за толпой. And some very fortunate young girl will be there with him. А какая-то удачливая его избранница будет там вместе с ним. And they were crying, oh, who will be so fortunate to become the beloved of Krishna? И они уже стали задаваться этим вопросом, ну кто же будет эта удачница, на которой женится Кришна? As the crowd was moving around and they were trying to look through the crowd, now and then Krishna made eye contact and by their eyes they were begging him, who will be so fortunate to be your beloved? И все они волновались так, ну кто же станет твоей невестой? И когда вот эта толпа двигалась, каждая девушка пыталась уловить взгляд Кришны, вымаливая у него взором, но пусть это буду я. And the pain filled the glances of the gopis pierced the heart of Krishna. И вот эта боль, которой были наполнены взгляды брадья гопи, эта боль как стрелы пронзала сердце Кришны. When the ceremony was over, когда церемония завершилась, and Krishna returned to the palace of Nandaraj in Nandagaon. Кришна вернулся обратно во дворец. He didn't sleep in his bedroom. He went up to the terrace on the roof. Он не захотел спать в своей спальне. Он пошел на террасу, на крышу. And Sri Krishna was lying there on his bed on the roof, looking at the sky. И там на кровати, на раскладушке, на крыше он лежал и смотрел на звезды. And remembering the pitiful glances of Braja Gopis, he could not sleep. И вот вспоминая вот эти взгляды гопи, вспоминая боль в их глазах, он не мог заснуть, он не находил себе места. And then he remembered. И потом он вспомнил. Today, Lord Shiva gave me a very nice gift. Он лежал там, ворочался и вспомнил. Сегодня Шива подарил мне толковый подарок. And he picked up and started to look at the flute given by Lord Shiva. Кришна взял в руки эту флейту, которую ему подарил Шива, и стал разглядывать ее. Then he put the flute to his lips. Он поднес флейту к устам. And he began to play in Kedar Rag. И заиграл в мелодии Кедар Раги. Kedar, the word Kedar means field. Kedar значит поле. So when Sri Krishna played in Kedar Rag, и когда он заиграл в этой мелодии, в этой раге, it manifested a field. Проявилось поле. And in that field, the seed of gopis' desires to become the beloveds of Krishna was planted in that field of Kedar Rag. В поле были засеяны семена желаний сердец братья гопи быть его возлюбленными. And it began to sprout. Эти семена стали прорастать. So there's a way of playing the flute where you touch with the tongue also to make a sharp sound. Такой метод игры на флейте, когда касается дырочек языком музыкант. So all over Braj, the gopis also could not sleep. И по всей Брадже гопи тоже не спали, никто не мог заснуть из них в эту ночь. And they were listening. И все слушали эту мелодию. And they were thinking, which fortunate lady will become the beloved of Krishna? И они думали, какая удачливая девушка станет невестой Кришны. Now in Sanskrit, the word for you is tvam. На санскрите слово ты это твам. Tvam. But the bridge pass is, they actually speak, not exactly Sanskrit, it's called Prakrit Surasaini. Но в Браджабасе говорят не на санскрите, а на Пракрита Сурасени. That is the language of the Браджабасис, Пракрита Сурасени. Это язык, на котором говорят в Браджабасе, Пракрит Сурасени. And if they want to address someone, they address them in very familiar terms. They don't say твам, they say ту. Как и на русском есть уважительное вы, а есть близкое такое или фамильярное ты. Like in Hindi, aap and tu also. Как, и то же самое на санскрите, уважительное вы это твам, so а just, есть ту это ты. Just as Braja Gopis, their hearts were breaking and they were praying, oh Krishna, which fortunate lady will become your beloved? И пока все девушки не могли заснуть, они рыдали и вот так мечтали о Кришне, думали, какая же удачница станет твоей женой. Sri Krishna played the flute and said, Кришна протянул вот эту длинную ту. Ты.
ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я так не могу. In Kedarag. Это в Кедараге он пройдет. And when the Braj gopis heard the answer to the question, you, they became so overwhelmed that every gopi in Braj fainted in ecstasy. То есть каждая девушка в этот момент молилась Творцу, чтобы стать женой Кришны, вот думала, ну на ком же он женится, на ком же он женится. И услышав этот ответ на свои молитвы, ты, все, каждая упала в обморок от счастья тут же. And in this way, the Asha Beej, the seed of the hope of Braj Gopis, sprouted in the field of Kedarag. И вот это Asha Beej, то есть вот эти семена желаний, их мечты проросли в этом поле Кедараги Кришны. That was played by the enchanting mystical flute that was the gift of Lord Shiva during the Govardhan Abhishek. И вот эта кейдарага была сыграна на мистической вот этой флейте, которую смастерил сам Господь Шива и подарил Кришне во время Абишеки. So now in 2 days in 4 classes, 4 katas, you have heard some idea how and why Brijbasis perform the Anukut Mahotsav. То есть за вот эти последние 2 дня, за 4 лекции, вы услышали достаточно о том, чтобы иметь уже хотя бы общее представление о том, каким образом Браджабаси праздновали Анукута Махотсава.